Приветствую гостей, подписчиков канала. Вот, и сегодня у нас будет немножко необычное видео. Вот, сегодня мы отступим от нашей велосипедной темы. Вот, зима идет на носу. Вот, и как бы зимой очень холодно в боксе что-то делать. Вот, и для того, чтобы можно было зимой стабильно и спокойно заниматься своими делами там или теми же велосипедами, понадобится отопление. Вот, отопление. Вот, и я решил сделать печку. Вот, для этого я купил вот такие баллоны. Вот, это 50-литровые пропановые баллоны. Вот, и печку буду делать из них. Вот, сделаю одну печку. Вот, для начала. Если все будет отлично, то все три баллона вот, сделаю из них печки. Все пойдут на печки. Вот. В том числе, если кому-то понравится такая печка, могу продать вам такую печку, сделать для вас. Вот. Также знакомые хотели печки себе. Вот. Ну, в общем, для начала вот, баллоны надо вскрыть. Это самое сложное в этом деле, то есть в баллонах всегда может быть остатки газа, хотя вот я купил баллоны, они без вентилей, вот, то есть как бы по идее они стояли у человека на улице, остатки должны были все выветриться, все должно выветриться, но те, кто резал эти баллоны, знают, что может быть все что угодно с ними, поэтому сейчас у нас самое главное это вскрыть эти баллоны, вот, и чтобы они не стрельнули, вот, когда мы их будем резать, вот, чтобы никакой газовый там конденсат или что-то такое не стрельнуло. Вот, ну, начну я с того, что вот на всех баллонах вот здесь вот идет усилитель, полоса внутри, поэтому резать их все надо чуть-чуть ниже, на сантиметр, на полтора ниже шва. Вот, поэтому для начала сейчас отметим высоту, вот, поставим метки и отрежем вот эту часть, снимем. То есть вскрываем баллон, чтобы с ним можно было безопасно что-то делать дальше. Для этого от шва отметим, от шва надо отметить высоту какую-то, это много, даже можно чуть меньше, где-то вот так. Ну и надо сделать одинаковую полосу по всему баллону. Для этого мы, чтобы все получилось одинаково, нам потом нужно будет эта часть, вот, мы под линеечку сделаем, отметим место среза. Вот так. В общем, вот так, не спеша, потихонечку я его отпилил. Вот. И сейчас попытаемся поднять. Вот. Вот. Вообще, как бы, ну, я решился это делать только потому, что он без вентиля много месяцев стоял у человека на улице.
Вот, если бы баллон был с вентилем, свежий, ну, я бы не рискнул даже это делать. Вот, я бы наливал его водой и делал это в баллоне с водой. Вот, ну, так рискнул, как бы получилось. Вот, видите, то самое кольцо, о котором я говорил. О, баллончик мне достался погнутый немножко. То есть, если бы мы резали ниже вот этой части, мы бы сожгли. Я и так сжег пол диска 125-го, а так бы сожгли еще больше, сожгли бы весь из-за вот этого кольца. Оно идет по шву. То есть я опустился и из-за этого сэкономил время и сэкономил диск. Ну, вот такой у нас получился пустой баллончик. Сейчас мы подумаем, что с ним делать дальше. Все покажу. Все увидите. Оставайтесь на канале. Вот, подписывайтесь. Вот, должна получиться неплохая маленькая печечка.